А власти Эквадора сообщили о временном повышении налоговых сборов. На такие меры пришлось пойти, чтобы справиться с последствиями разрушительного землетрясения. По последним данным, число жертв подземных толчков увеличилось до 570 человек. Ранения получили более 7 тысяч жителей. Еще 163 до сих пор числятся пропавшими без вести. Мощные подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в Эквадоре в минувшую субботу. Землетрясение стало крупнейшим в стране за последние 37 лет. По примерным оценкам, ущерб от стихии может составить от 3 миллиардов долларов. Пострадавшие жители испытывают недостаток в питьевой воде и продуктах. В наш городок медленно доходит гуманитарная помощь. Улицы очень узкие, поэтому грузовики не могут проехать. Они бросают нам еду, как будто мы животные. Но, конечно, она достается самым быстрым и шустрым. Остальным приходится уходить ни с чем.